Авраам ждал 25 лет. Иосиф ждал 15 лет. Моисей ждал 40 лет. Давид ждал 13 лет. Если Бог сказал что-то для твоей жизни, и ты ожидаешь исполнения этого, поздравляю, ты находишься в хорошей компании. Все непременно исполнится. Дьявол никогда не искушает нас тем, что нам не нравится. Он всегда искушает нас тем, чего мы страстно желаем. Твоя душа может жить без хлеба, без комфорта, без машины, тряпок и без денег. Но она не может жить без Бога. Мы живем в мире, где напиться и валяться под забором не стыдно. Но пойти в церковь для многих почему-то очень стыдно. Я всегда себя чувствую счастливым. Ты знаешь, почему? Потому что я ничего ни от кого не жду. Ожидание всегда боль. Жизнь коротка, так что люби свою жизнь. Будь счастлив и улыбайся. Перед тем, как говорить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем, как тратить деньги, заработай. Перед тем, как молиться, прощай. Перед тем, как делать больно, почувствуй. Перед тем, как ненавидеть, люби. Перед тем, как умереть, живи. Чем больше молишься, тем счастливее становишься. Не забывай о молитве. Молитва – это разговор с Богом. Доброе утро, мой драгоценный друг.